В горячем ключе отметили День местного самоуправления. В творческом объединении «Перекресток» сегодня чествовали председателей ТОС. Музыкальные и хореографические поздравления передали творческие коллективы муниципалитета, а за активное участие в жизни города и неравнодушное отношение к вопросам его развития квартальных наградили благодарственными письмами. Награждается Маргунина Ивановна, председатель ТОС номер 85. Председатели ТОС являются одним из важнейших связующих звеньев между властью и населением. Они видят, знают проблемы территории и граждан на местах, помогают сплачивать население своих районов и способствуют разрешению непростых вопросов. Мой участок – это жители от горбольницы до речки Псикупс. Каждый год мы проводим субботники. В 2018 году нам проложили асфальт по улице Космонавтов, сделали хороший тротуар. Жители очень довольны. Наш квартал занял первое место по конкурсу. И на наш квартал выделили 500 тысяч рублей, на которые мы построили 3 евро мусорные площадки. Являюсь председателем территориального органа самоуправления с 2005 года. Мой район номер 13 – это Чепурковая гора. Сразу скажу, район у нас непростой. Люди у нас живут отзывчивые, сознательные. Они придомовые владения, где содержат всегда в порядке. От имени председателей ТОС всех хочется поблагодарить администрацию за сегодняшнее поздравление, за чуткое внимание к нам. А мы будем, в свою очередь, стараться делать любимый город лучше и краше.